Спасибо. Меня все спрашивают, почему свеча. Просто я люблю тепло. Тепло живого огня, живой воды и живого общения. Вот я за живое общение. Ну, а для начала, почему, откуда, как? Вот где крестился, где родился? В двух словах, буквально так вот пробегусь по поверхности, не буду углубляться. Я сам родился в 44-м году, в октябре. Родился я в Забайкалье. Это моя малая родина. Родился на 77-м разъезде, там Цугол, цугольский датсан. И я родился недалеко от самого датсана, бурятского датсана, на реке Анон. Как есть легенда, что на этой же реке и недалеко, где-то в 60 с лишним километров, родился сам Чингисхан. Так что мы в одной речке купались с ним, с этим великим воином татаро-монгольского войска. Так случилось, что вскоре я после 5 класса, мы переехали в 111 разъезд. Сейчас это станция «Степь». Там была работа у мамы, она вынуждена туда переехать. Работала она посудомойкой, потом обстирывала солдат, прачкой была. Вообще, кем только она не была. Единственное, что я могу вспомнить о своей маме, это высокая, красивая женщина, удивительной красоты, просто удивительной. Так многие смотрят и не верят, что такая может быть в деревне родиться. Но отличало ее обязательно, вот бросался этот контраст, это толстые натруженные пальцы. Вот это я всегда чувствую, тонкие черты лица и вот эти толстые пальцы. И, конечно, как-то не задумывался об этом, уже вот про прошествие многих лет, уже повзрослев, я начинал понимать, что она прошла чудовищную совершенно такую трудовую школу и на кирпичном заводе, и на угольной шахте, и железная дорога со шпалами, с этими. И по 40-50 человек обстирывали они каждый месяц. Это что-то жуткое. Уставало патологически. Но вот этот удивительный жизнелюбие, удивительный оптимизм. Когда мы переехали в 111 разъезд, я очень хорошо помню, ныне станция «Степь», там тогда квартиры не было, и нам дали землянку. Это была не просто землянка, это был морг. Вытащили два гробика, поставили два топчанчика, я помню очень хорошо. Мы сложили небольшую печурку с мамой, нам помогли. И вот так вот, без света, без электричества, на этих топчанчиках мы и жили с мамой полтора года. И я в жизни не забуду, очень часто вечерами она придет уставшая с работы, и у нее была вот эта уникальная балалайка, которой, наверное, уже где-то уже под 70 лет, она мне дома как реликвия. Это набрала эту балалайку, это проведет так через эти три струны своими толстыми пальцами. Всегда любимая ее частушка была. Ох, горькая я, зачем на свет родилась? Была бы я стеклянная, упала б да разбилась. А потом зажжет лучину, лампа у нас керосиновая. И сядет, скажет: Шурка, ну давай попоем. Удивительно красиво пела. Это что-то... Вот так поют в Забайкале. Давайте я что-нибудь это упою, а? По диким степям Забайкалия, где золото рою в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, бродяга за правду страдал. Идти больше нет уже мочи,
пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит. Про родину что-то поет и грустную песню заводит. Про родину что-то поет. Бродяга Байкал переехал навстречу родин, моя мать. Ох, здравствуй, ох, здравствуй, родная. Здоров ли отец мой и брат? Отец твой давно уж в могиле, землею сырою зарыт, а брат твой в далекой Сибири давно кандалами звенит. Пойдем же, пойдем же, сыночек, пойдем же в наш курень родной. Жена там по мужу страдает, детишки там плачут гурьбой. Жена там по мужу страдает, детишки там плачут гурьбой. Уважаемый Александр Яковлевич, скажите, пожалуйста, от кого вам достался музыкальный дар? И какие песни вам вообще ближе и какие дороги? Мне ближе песни народные. Это правда. Я очень люблю. И мне очень нравится, что моя дочь Акелинка, она чувствует, ощущает и слушает. Вот это мне так нравится, даже не представляете. Значит, в генах передалось. Она очень похожа на мою маму. Конечно, от матери. Конечно, от матери. Конечно, от мамы. И она удивительно пела красивые, красивые вещи. Просто пела. «По диким степям» это была любимая песня. Она начинала петь, это что-то необыкновенное. Я постараюсь сегодня сделать это. Правда, я не владею музыкальной грамотой, я не знаю нот совсем. Знаю всего 3-4 аккорда максимум, поэтому я стесняюсь гитар. Но попробую все-таки рискнуть. Уважаемый Александр Яковлевич, расскажите, пожалуйста, побольше о своем детстве, о своей семье. Ну что ж, я кстати... Какие у вас были отношения? Всегда ли вы находили поддержку? Уважались ли ваши мечты, уважались ли ваши желания? Ладно, я сейчас вернусь к изначалу, потому что я сейчас увлекусь. У нас случилось так, что с отцом мама разошлась, когда мне было 4,5 года. Но я всегда поддерживал с ним контакт. В 20 километрах от Читы, поселок Шишкино. И мой отец в этом поселке, в этой деревне, в каждом доме оставил след. Кому-то печку собрал, кому-то камин. Где-то, говорит, вот говорит, Яков Николаевич сделал, говорит, нам шкаф. А вот здесь, говорит, сервант он нам сделал. И у него любимая поговорка была, у него такой кинжал был, он из донских где-то казаков, у него по деду, ремень. И он на джигитовке сломал ногу в свое время, поэтому так немножко прихрамывал. Но он садился вот так, он не курил никогда. И всех он называл «моя». Мужчину, женщину, детей, кого угодно. Моя, о, хорошо как. И он сядет так вот, смотрит на печурку, соберет и говорит, моя, что-то нехорошо, небраенько получилось, некрасиво получилось.
давай переделаем. И он начинал переделывать. Он переделал до 3-4 раз. И вот сейчас до сих пор, говорит, я к нему говорю, его печка до сих пор не дымит, до сих пор она работает. Это такой вот ответственность, такой красоты человека. А, ну, про маму я вам сказал. Она еще родилась в уникальном месте. Где-то уже в 5-летнем возрасте я начинал как-то задумываться, где мои корни, где, откуда, говорю, мама ты. Вот она говорит, я вот из Урлука. Мы, говорит, старообрядцы. Вот я так говорил об этом. И я туда думал, вот что я думаю за место, куда туда, вот как туда попасть. И вот поверьте, хотите верить, хотите нет. Буквально в этом году моя мечта осуществилась, моя мечта реализовалась. Вы не можете себе представить, что это такое, когда почти через 60 лет ты возвращаешься к истокам, ты приходишь к тому месту, где родился твой дед, где родился твой прадед, и где они похоронены. 20 лет назад мой дом, двухэтажный дом с большим крыльцом, как мне рассказывали, он то ли сгорел, в общем, снесли его, остал фундамент. И там стоит, до сих пор стоит дерево. Наверное, это дерево кто-то из моих прапредков посадил. Это лиственница, высокое, красивое дерево. И оно пробито по всему стволу молнией. И это дерево я сорвал кустик, маленький кустик. Сколько прошло? Где-то полмесяца. А буквально вчера я открываю шторочку, за шторкой у меня было, там была вода в этом кустике. И оно весь расцвел, он стал зеленым. А это высохшее дерево. И сегодня этот куст стоит у меня дома, вот ветка от этого дерева, и она зеленая. Вот сегодня. Вот какие-то такие вещи происходят, и я понимаю, что они не случайны. Все вот это закономерно. Я верю в судьбу. Я не фаталист, но верю в судьбу. Я верю в случаи. Случаи иногда очень резко меняют твою жизнь, очень резко поворачивают твою жизнь. Почему-то. То ли я увидел картину Айвазовского «Девятый вал», то ли к нам на станцию «Степь» приехал моряк. Я впервые видел морскую форму. И так я был восхищен, так был потрясен вот этой вот каким-то вот тельняшкой, этой бескозыркой. И я хвостом ходил за этим моряком. Он даже как-то даже пугался меня. Вот, вот как щенок за ним ходил, так привязанный. В общем, кончилось тем, что я настолько влюбился в море, я начал переписываться с Нахимовским училищем ленинградским. Каким-то образом я дошел в это. Я дважды сбегал из дома. Один раз меня поймали на своей станции, второй раз меня поймали через 3 или 4 станции от моего дома. Поймали меня, мать меня выпорола полотенцем таким влажным, крепко, хорошо. Даже на коленках постоял. Но сделать она ничего не могла. Даже она хотела отвлечь меня и купила мне, помню, двухрядную гармошку тульскую. Я поиграл на ней что-то 2 или 3 месяца, и ее выменил на эту бескозырку, этого матроса. Потом она купила мне фотоаппарат «Смена-2» в моей бытности. Такой мыльник такой, «Смена-2» был. Я начал фотографировать, что-то снимать, все это было у меня. А потом решил ее поменять на тельняшку. Полный обмен. Значит, бескозырка у меня была и тельняшка у меня была. Кончилось тем, что после 7 класса я просто на полном серьезе уговариваю мою маму. Я говорю, мам, поехали в Владивосток, я без моря не могу, я хочу поступить в мореходное училище. А мама моя была удивительной подвижницей, жили очень бедно. Она собрали какой-то один чемодан, 2 узелка и поехали. Сели и поехали во Владивосток. В Владивостоке я не поступил, потому что мне не хватило года в мореходку. А поступил я в ремесленное училище РУ-10, бухта Диомид. Только потому, что в этом училище, единственном ремесленном училище, вместо нижнего белья давали тельняшки. Вот основная причина. Но это было уникальное место. Это бухта Диомид, это открытые ворота в бухту Золотой Рог от Японского моря. И вот бухта Золотой Рог. И все свободное время я убегал на берег и встречал и провожал океанские лайнеры.
И после окончания ремесленного училища я уже получил специальность, слесарь по сборке стальных конструкций, хороший был сварщик, мне так перспективно был, и хотели оставить на заводе. Даже держал так называемый потолочный шов, это очень тяжело держать, потолочный шов я держал. Это сварщики знают, профессионалы, что это такое. И все-таки я сбежал на корабль. Я пришел в Восток Рыбхолодфлот, ВРХФ. Пришел к капитану судна, дизель-электроход «Ярославль». Помню, его звали Степан Федорович. Седой, красивый человек. У меня так дрожал подбородок, я весь так дрожал, как осиновый лист. И единственное, я просил, оставьте меня на судне. И он сказал, ну, учеником моториста будешь? Я говорю, да. И он меня оформил учеником моториста. Я начал бороздить Японское, Охотское, Берингово море, Тихий океан, Бристольский залив. Ну, по 5-6 месяцев без берега. А ушел я, списался на берег по просьбе матери. Была катастрофа в Беринговом море. Погибло 72-73 человека. 4 сейнера перевернулись кверх килем. Мы попали в обледенение тогда. И одна волна нахлестывает на другую. Это сильные волны были. Мы вышли из этой стихии, вышли более-менее благополучно, хотя сильно потрепало нас, очень сильно. И когда мы пришли в порт Владивосток, я помню, мама мне так сказала, она посидела, я увидел ее прядь седых волос, она сказала, все, сын, море или я. Естественно, я был один сын, старшая сестра у меня умерла во время войны, и больше никого не было у нее. Я вынужден был списаться на берег. Ну, думаю, так пройдет год, полтора, и я снова вернусь к морякам моим, к ребятам на судно. Но случилось непредвиденное опять очередной раз. Я случайно попал на дипломный спектакль театрального института в Владивостоке. Это был первый выпуск в 65-м году Чехова «Иванов». И в этом спектакле одну из главных ролей играл Валера Приемахов. Я тогда вцепился вот в эти вот в поручни, как по-морскому называю, и я не мог оторваться. И смотрю, у меня пошли слезы. Почему-то во втором акте я начинал плакать. Я плачу, ничего не могу понять. Я уже морской волк. Я считал себя Джеком Лондоном. Это, кстати, одна из моих любимых книг. Мартин Иден, Джека Лондона. Очень похожие где-то у нас даже судьбы были. И видел смерть, я все видел. И вот эти вот мальчишки и девчонки меня так захватили. Значит, внутренне я был к чему-то уже, вот к этому я был готов, к восприятию прекрасному. Я очень хорошо помню, тогда пришел на берег Амурского залива после спектакля. Была лунная ночь, я просидел всю ночь, и я прощался с Тихим океаном. Я не предал Тихий океан, я не предал море, я вообще с природой на «вы». Опять, может, для вас покажется странным, но я не срубил ни одного дерева в своей жизни. Я не бросал окурки в океан. Я с природой, повторяю, разговариваю всегда на «вы». И мне природа отвечает этим же. Кончилось тем, что я в 65-м году умолил так же, как капитана судна, чтобы меня приняли в театральный институт с дополнительным набором. Меня приняли. 2 года выгоняли. Я был профнепригодный, потому что я до сих пор свои 60 лет еще не раскрепостился. Я не свободный. Вот я с удовольствием смотрю на моих коллег, которые очень свободны. Вот они свободно общаются, они легко делают все. У них все какая-то легкость такая, внутренняя, пластичная легкость. У меня этого нет. И никогда, наверное, не будет. Почему меня считали профнепригодным? Потому что я вот такой был все 2 года. Вот и все. Под градом. И вот он профнепригодный. Просто профнепригодный. Вся кафедра актерского мастерства была против меня. И единственный человек, это была Вера Николаевна Сундукова, женщина, которой я всегда буду кланяться, всегда буду помнить. Дай Бог и здоровья Вере Николаевне. Она единственная поднималась и говорит, ну что вы, говорит, ну хотите? Ну он стипендию не получает. Он говорит, он ничего не требует. Ну, смотрите, у него есть желание. Вот у него самое главное, есть желание. Я в него верю. Одним словом, я кончаю театральный институт с отличием уже. Приглашен был на одну из главных ролей, даже главной роли. Родиона Романовича Раскольникова я сыграл. Это премьеру в Владивостокском драмтеатре имени Горького.
Потом меня пригласили в Саратовский драмтеатр. Уже работая в Саратовском театре, меня пригласили сниматься в кино. Это был фильм «Это сильнее меня». Потом фильм под названием «Белый снег России». Я прикоснулся к судьбе нашего гениального нашего русского шахматиста. Это Александр Александрович Алехин. И после этой картины меня пригласили в театр Марии Николаевны Ермоловой. И так я стал уже актером, московским актером. 5 лет я проработал в театре Ермоловой, потом меня пригласили в театр, малый театр наш академический. 20 с лишним лет я прослужил в этом театре. 2 года назад я ушел из этого театра. Я пришел к Юрию Михайловичу Соломину и сказал, мы с ним земляки, он тоже в Забайкале. У нас хорошие с ним отношения. Юрий Михайлович, я хочу развязать крылышки и полетать по России. Очень много предложений. А ходить каждый день, отмечаться в доске, что я здесь, и получать при этом там 8 тысяч рублей, и больше ничего. Если я куда-то уезжаю, надо отмечаться в театре, и из этих 8 тысяч меня еще высчитывают по 2-3 тысячи. Так что я вообще был в нищете полной. А тут как раз было предложение. В Сибирь, на Дальний Восток. Я говорю, Юрий Михайлович, я вот сейчас пишу заявление. Через 2 года вернусь, если меня возьмете в театр, я буду рад. Не возьмете, не обижусь. Это было 2 года назад. А в этом году, знаете, где я был? Я был на Северном полюсе. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Когда ты прилетаешь туда, и когда ты знаешь, что здесь всего 2,5 метра толщина льдины, а там 3,5 километра глубина Ледовитого океана, это ощущение потрясающее. Еще одну песню я попробую сумею вытянуть ее. Я, правда, давно не держал просто гитару в руках. Все лежат. Липа вековая за удалая над рекой звучит, луг покрыт туманом, словно пеленой, слышен за курганом звон сторожевой. Этот звон унылый давно прошлых дней пробудил, чтобы моей как-то днем погожим ни свет, ни заря пел я в церкви Боже, ты храни меня. Но все миновало и уж под венцом молодца сковала золотым кольцом. Александр Яковлевич, вы упоминали о том, что работали в Малом театре, и роль Ивана Грозного. Вот вы не могли бы о ней немного рассказать, потому что мне кажется, что ваша актерская природа, эта роль, это как-то она, по-моему, не для вас. Может быть, вы расскажете о ней поподробнее? Не для меня. Хорошую фразу сказали, да.
когда мы предложили роль Ивана Грозного, я сказал то же самое. Это не мое, это не для меня. Мой темперамент, ну, выше, так сказать, Змеелова, там, Павла Шорохова, там, еще что-то, ну, не поднимется. Но сработал, знаете что, сработал штамп. И Грозный, крови руки, боярскую головушку рубит, мрачный, весь, да простите меня, прикасаюсь к истории около 40 лет. Только прикасаюсь, я ни на что не претендую. Я открываю для себя другого Грозного. Я когда увидел листочек, а это были стихиры Грозного, его рукой написанные, Крючковая грамота. Я счастлив, что в моей судьбе был такой уникальный совершенно гений русской музыки Георгий Васильевич Свиридов. Великий Свиридов, который писал к музыку «К смерти Ивана Грозного». Он каждую репетицию приходил и смотрел. И однажды он вызывает меня, говорит: «Саш, пойди ко мне». Я в рясе, освященный крест. Прихожу, сидим, чай пьем. Он говорит: «Хочешь послушать стихиры Грозного?» Я говорю: «Да». И он говорит: «Включить». Включает стихиры Грозного. Одну, вторую, третью. У меня мурашки идут-то так по коже, и все. А он имеет к аранжировке стихиры Грозного, имеет прямое отношение, Георгий Свиридов. И дальше говорит: «Я смотрю на тебя, ты, говорит, воспаленно так говоришь эти монологи. Текст Толстого не дает тебе права выйти на этот уровень. А я вижу твою воспаленность, твою влюбленность за Русь. Как ты страдаешь через себя, пропускаешь все это. Я, говорит, влюбляюсь в твоего царя. И мне это самое дорогое и самое важное в тебе. Я тебе очень, говорит, благодарен, Саш». Это слова Свиридова, не мои. Мало того, я узнаю многие вещи для себя. Завоевывает Ермак без ведома Грозного Сибирь. Пишет тоже царю. Царь всей Руси кланяется Тимофею Ермак землею сибирской. И да будет она присоединена к княжеству московскому. Ответ гениальный. Тимошка: «Не насильствуй веру православной местные народы, беда на Руси может быть». Один из самых образованных в Европе царей. Один из самых образованных. Возьмите просто письма Курбского и Ивана Грозного. И все понятно, личность уникальна. Так вот, я, может быть, не очень ответил на ваш вопрос, но это моя точка зрения. Слушаю вас. Уважаемый Александр Яковлевич, я очень люблю фильм «Любовь и голуби». Расскажите, пожалуйста, как он снимался и как вы определяете жанр этого фильма? Ох ты, Господи! Ой, как сложно на этот вопрос отвечать. А как же он снимался? Как снимался? Вы знаете, один из немногих фильмов, который, атмосфера которого просто потрясает. Она настолько была трогательная, настолько интересная. Если не сказать больше, мы хулиганили во время этой съемки. Вот хулиганили. Вот Володя замечательный, Меньшов. Это что-то было необыкновенное. Вот он вдруг вот так вот оттуда брал какую-то фантазию. А давай вот это реализуем, а давай вот это реализуем. И сам больше всех смеялся. Он очень смешливый, очень смешливый. Хотя в жизни он такой мрачный, а тут смешливый. Вот единственное, о чем я жалею, что картина много вырезана была в картине. Очень много. Эпизодов 6 было вырезано. В связи с антиалкогольной кампанией очень много было вырезано. А там действительно хорошие какие-то вещи были. Помните эпизод, когда мой герой, перед ним ведущий, танцует Гурченко Людмила с там, грузином каким-то, с этими делами. И мой герой с сигаретой. Почему мечтает о сигарете? Там же вообще непонятно. Почему раз увидел бар и остолбенел? Непонятно. А это был эпизод, когда встречает мой герой свою дочь еще в деревне. А что у тебя журнал какой-то? А там мужчина нарисован, значит, фотография. И он из трубочки коктейль сосет. Прилизанный, бриллианинный, молодой человек современный. И сосет. Он говорит: «А что он делает?» Говорит: «Он вино так пьет, коктейль называется». Говорит: «А что, с трубочки взял, из горла выпил, да и все, то есть стакан. Что, сосет, через трубочку». А это, говорит, так принято. Я говорю: «А где принято?» «В баре». «Да ты чего, вот как интересно». И он этот бар, это вбил себе в голову, сверхзадача. Как у меня было море, вот попасть туда, так у меня был бар. Вот у него сигарета, это женская тонкая сигарета, трубочка здесь, ну и мечты исполнились, мечты идиота полностью исполнились. Все. И вот он сидит, сосет, перед ним женщина красивая, он балдеет. Вот так вот смотрит на нее, весь любуется, здесь фиксы прокрашены, они все. И смотрит, ну, поворачивает, а прям
по этой стойке сидит тетя Шура и дядя Митя, тоже сосут из трубочки. Он поворачивает сюда, вся семья из трубочки сосут. И у него ужас, у него охватывает ужас. И он смотрит сюда, а тут по ниткам голубь поднимался. И он бил голод по щекам, бил. И уже следующий кадр, он в кровати спит и плачет. И рядом щенок вот этот, Люсин, песик плачет, воет, стонет во сне. И он во сне плачет. И это так смешно, слезы идут. Он потом слышит так, говорит, ёшкин кот, что там? А оказывается, он заложил белье в стиральную машину. А мы туда болванку сделали. И стиральная машина ходуном ходит, как печка Иванушка у дурачка, ходит по всей квартире. Он ничего не может остановить, не может. Он прыгает на эту печь и говорит, яшкин кот, и все прыгает. И вот это все вырезано, знаете? Поэтому, когда мне говорят, спрашивают, ну как там, мол, дескать, любовь и голуби. Я так вспоминаю с такой обидой, мне вот как рана кровоточит здесь. А все это люди не знают. Он очень смешной фильм, очень смешной. Как сказал Жан Габен, когда они спросили, что в основе кинематографа, он говорит, три фактора. Во-первых, сценарий, во-вторых, сценарий, в-третьих, сценарий. А тут, как оказалось, и актерские хорошие, и основа хорошая, и режиссер замечательный, и оператор детский хороший у нас. Я сегодня принципиально не снимаюсь в так называемых боевиках. У меня много приглашений было, сейчас от меня отстали. Потому что я принципиальный противник, когда на экране сегодня горы трупов и море крови. Статистика такая интересная. Телевидение, кинематограф в неделю нам выдает 1500 трупов. О какой нравственности можно идти речь? Я не за себя боюсь, а я боюсь за детей наших. Что им предстоит и как им предстоит. Есть выражение Тихона Задонского. Как бы тебя ни хулили, лишь бы совесть тебя хвалила. Вот мне перед своей совестью не стыдно. Не стыдно. Да. Вот в следующий день галактическое время человек живет там 2,5 минуты. Все относительно. Вот этот сознательный отрезок, как бы 2,5 минуты. За 2,5 минуты, ну, постараться надо, что ли, постараться не совершить зла. Постараться кому-то помочь. Постараться что-то такое сотворить, чтобы тебе действительно не было стыдно перед самим собой и перед людьми. И когда мне говорят спасибо за фильм ваш, которому 25 лет уже. 25 лет. Он мне недавно сказал, здесь я был, недавно был в Архангельске. Стоит женщина, говорит, ой, чего же вы так постарели-то? Я говорю, в каком смысле? Ну, говорит, так что, не болеете, ничего не болеете? Я говорю, да нет, я говорю, не болею. Странно, говорит, странно, такой в кино такой бравенький, хорошенький такой. Я говорю, что умеете в виду? Ну, как что, мужики. Я говорю, ну и когда? В прошлом году видела. В прошлом году. Такой, говорит, симпатичный, хороший. Я говорю, так фильму-то уже 26 лет, фильме. Ой, надо же, как время быстро бежит. Я вспоминаю своего батюшку. Как-то он мне сказал, сегодня время безобразное, без образа, без образа. Природа – это образ, икона – это образ, человек каждый – это образ. И как батюшка говорит, чем больше этого безобразия будет, тем лучше. Вот меня поразила эта фраза. Потому что Господь не дал дьяволу двух вещей – чувство меры и чувство стыда. И на безмерности и бесстыдстве всегда вот это безобразие уйдет в небытие. И придет образ. Обязательно образ, потому что человек все равно Божие создание. Я обливаю его каждый раз, каждый день помоями. В конце концов, нормально мыслящий человек с душой, с одухотворенностью какой-то, вот, с корневой основой неплохой. Он скажет, да хватит, ребята, все, в конце концов. Сколько можно уже унижать, уничтожать меня и моих близких. Вот существует дерево. Вот оно, мое дерево. Оно пробито молнией. Оно высыхает, но корни-то стоят. Корни-то есть. А этому дереву 250-300 лет почти. Значит, корни живы. А выруби корни, не будет ничего. Ни зелени не будет, ничего не будет. Я говорю, мы как-то вот... Нет пророка в своем Отечестве. Мы не хотим принимать то, что нам прадедами, дедами дано. Оно нам дано. И как сказал Солженицын Александр Саич, однажды уникальную вещь он сказал. Если бы не было никонианского раскола в православии, в христианстве нашем, не было бы революции 17-го года. О как! И сейчас я погружаюсь туда в корни,
наших моих предков, моих прадедов, высланных Екатериной II, это целыми семьями высылали в Сибирь, туда семьями. И вот до сих пор они сохранили нашу русскую культуру. У меня был дед, он воевал за Белую гвардию. Служил в Семеновском полку. И когда он умирал, двухметровый человек, перед смертью он мне сказал, позвал меня к себе и сказал: «Внук, запомни 4 фразы, и ты выживешь. Люби родину свою, Россию, больше, чем свою жизнь. Если надо, отдай за нее жизнь. Сердце отдай людям, душу Господу Богу, честь сохрани себе и никому ее не отдавай». Повтори. Он просил 3 раза повторить, я повторил, но ничего тогда не понял. Но прошло лет 10 или 11 лет, и я понял очень многое. Благодаря этой фразе я сегодня стою крепко на земле. Вот я бы хотел сегодня, желать бы молодым людям вот эту вот основу, вот эту красоту, вот этот точный фундамент. У нас другой матери нет. У нас есть моя, наша земля, Россия. Самое стыдливое – это Россия. А знаешь, какой стыд? Это камертон, это Божий камертон. Единственная нация, которая способна сегодня более-менее краснеть – это еще русские люди. Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Сойдет ли ночь на землю ясная, звезд много блещет в небесах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Звезда надежды благодатная, звезда моих волшебных дней, ты будешь вечно незакатная, в душе тоскующей моей, ты будешь вечно незакатная, в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Уважаемый Александр Яковлевич, можете сказать, у вас есть такой рецепт, как быть актером и оставаться при этом настоящим мужчиной, не быть жертвой собственного тщеславия? Какой ты молодец, а? Хороший вопрос. Я волнуюсь. Хороший вопрос.
Ну, все зависит, наверное, все-таки от самого человека. Но и все равно ты чувствуешь какую-то зависимость. Зависимость от драматургии, зависимость от режиссера. Знаешь, когда унизительные вещи, и как-то ты смиряешься с этим. Это не гордыня, это другое. Другое, когда, знаешь, тебя пробуют, а рядом с тобой еще пробует человек 15-20. А потом тебя выплевывают, прожевывают и выплевывают, а тебе нет. И когда ты уже прошел, у тебя 50 картин, говорит, давайте пробоваться. Я говорю, я могу пробоваться, когда мне интересен сценарий, и я найду там что-то неожиданное для себя. Вот тогда я готов пробоваться. А так пробоваться у меня очередной раз. И поэтому, когда тебе говорят, а ну-ка откройте, покажите ваши зубы. И ты оказываешь, значит, как лошадь смотрит зубы. А актерская профессия, она женская профессия. Женская. И сохранить себя как мужиком в этой профессии несколько тяжеловато, непросто. Не растворяться, не распыляться, не приспосабливаться. Вы так хотите, будьте любезны, давайте так. А вы, ой, и так я могу, и так. Как хотите, так я могу. Нет. Есть мой стержень. Мой стержень. Я могу его менять чуть-чуть. Но убирать этот стержень я не хочу. Я хочу оставить у себя стержень. Вот почему я вне. Александр Яковлевич, какую из своих киноролей вы считаете самой удачной и почему? У меня роль как бы небольшого полета. Но я очень люблю «Очарованного странника». Во-первых, я люблю прозу Лескова. Очень. А во-вторых, там вся Россия. Вот изначально. Там есть хорошая фраза в финале. Я, говорит, вижу, чувствую, что смута грядет на Русь. Он говорит, ну а что вы-то сделаете в городе? А что? Я, говорит, рясу сниму, а муничку одену. Мне, говорит, за русский народ пострадать очень хочется. Ох, какая фраза! Ох, какая фраза! И это Лесков, как она современна! Или когда он там в скиту сидит, когда был наказан там, так сказать, служащими церкви, и он сидит, и он пророком становится, говорит, люди, что глядите, вы бы ныне родине как алтарю служили, а то ныне все сукном торгуют. Беда на Русь грядет, беда. Это было до революции. Ох, какой он провидец был. Он сюда, он чувствовал эти вещи. Но когда ты прикасаешься к этому материалу, когда видишь там, ни один, ни два, ни 32, там сотни пластов. И бери, он настолько щедрый, бери, бери. И копайся, купайся в этих вот, в этой красоте. Вот это и есть красота. Или когда погружаешься в поэзию Пушкина, бах, какая красота, ах, какая. Вот что это такое? Это почему-то. Да потому что есть люди, они посвящены, они посвященные. Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Ни в наследственной берлоге, ни среди отческих могил. На большой мне знать дороги умереть Господь сулил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадусь я в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать и телятины холодной трюфли яро поминать? То ли дело жить на месте, по мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте на досуге помышлять, то ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома. Ну, пошел же, погоняй, пушки. Я благодарен судьбе, что мне Господь дал 58 лет родить девчонку. Она сидит здесь. Моя. Иди сюда. Иди сюда. Димись. Давай, давай. Вот она. Вот она. Вот она. Иди к маме. Вот. Ну и в заключение просто хочу прочесть одно стихотворение, очень дорогое мне. «Друзей теряет только раз,
и след теряя не находит. А человек гостит у вас, прощается и в ночь ходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим. Спасибо вам.